Дело не закрыто. Найденного мертвым судью обвинили еще по двум статьям. Следствие продолжается. Кануло в бездну. Почему закрылся старейший ночной клуб Омска «Атлантида»? Танцполы других площадок свободны? Когда везет по-крупному, как выжить после падения с 5-го этажа, выбраться зимой из таежной чащи и сквозного ранения в голову? Смотрите «Омск» здесь в субботу в 20:00 и в 23:30.